Тем временем делегация США и Израиля изучили возможности другого российского зенитно-ракетного комплекса С-300. Такую возможность им предоставила Украина, сообщает вьетнамское информагентство Soha News. Украинские специалисты пригласили представителей НАТО в страну и рассказали об особенностях работы российских систем, а также организовали учения, во время которых истребители НАТО F-16 испытали комплексы С-300.